И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон. Как всегда, отличное настроение, сегодня играем в FNAF 2 кооп. Какая, Димончик, это ночь? Это пятая ночь, очень классная. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы проходим пятую ночь, будет очень пятую. Жестко. Так, ничего не поменялось, да, Димас? Фонари такие же большие, аниматроники да. Такие же скучные. Они, кстати, не такие большие, думал, они больше ростом, они нашего роста. Так, они же новые, поэтому улучшенная модель всегда меньше. Понял? Тут я вспомнил, на корточках ходить не надо, да? Да, да. Это как раньше, Димас. Раньше компьютеры были огромные, их все меньше, меньше, меньше. Все, пошел! Он что, совсем неадекватный? Ты видел, как он бежал? Ого, я чуть не обосрался, Димон. У меня аж спина дернула. Я даже эмоции никакой не мог проявить, потому что это было очень странно. Димон, это точно пятая ночь, потому что они очень быстро бегают. Что за жесть? Димон, а ты проходил ее? Да нет. Да нет. Красавчик. Это не получилось, в общем. На стриме мне как-то не дошло до этого. Не дошло до прохождения, я понял. Не дошло до пятой ночи, я только четвертую там половину прошел, и все, завершилось. Че, это ты? Слышишь? Уже ходит, уже ходят. Я слышу, кто-то скрипит. Это ты, что ли, своими ногами? Димон, может, пойдем опять в вентиляцию, посидим? Ну, давай идем сначала куда? В мастерскую идем? Ну, нам еще надо эту... А, кстати, можно же один раз только завести, и все, марионетку. Да. Больше не надо. Все, пошел, пошел. А, не пошел. Я не пойму, почему она как-то... Бонни как-то побежал, очень странно. Очень странно. Очень странно побежал, мы же ничего не делали. Так, пошла, пошла, Димончик. Идет, идет, она к нам идет? Деловая колбаса, да? Так, Димасик, давай-ка рули. Рулю. Пойдем. Так, ходишь, и будто ты... Обосрался, да? Да, чтобы это... Говно не выпало. Какие-то отражения тут стрёмные, что-то просвечивается здесь. Так, Димас, это Кекс, он умеет глазами шевелить, а ты что умеешь? В смысле он глазами шевелит? Вот в прямом смысле, он умеет глазами шевелить, представляешь? Только он пока не шевелит, он... Ты меня обманул. Нет, не обманул. Ладно, ты меня не обманул. Да, я тебя не обманул. Может, так и пройдем всю ночь, может, они сюда не придут? О, конечно, а марионетку кто будет заводить, я что ли? Ты, что ли? А ты будешь сидеть, да, где-то? Буду где-то, да, буду сидеть где-то. Умный ты, засранец. Все, пошла, пошла, пошла. Так, это пошел он, Фредди, мощный, жирный, толстый. Блин, ничего красавчик. Не видно. Просто красавец. Димон, во сколько оживают старые аниматроники? Да, я в пятую ночь не знаю, они могут и сейчас уже жить, Димас, тут вообще. В любой момент, да? Да, 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 да. Да ты что ли там в мастерской старенькой бегаешь? Да, я фонариком мерцаю здесь. Это пожилая мастерская. Так, ну чё, Бонни, Бонни, давайте, вы за мной, все втроем, давайте. Так, Димон, пол второго, мы тащим. Ожил, ожил аниматроник старый. Я понял, я тебя понял, Димас. Фух, я, короче, отвел этих молодых пока что. Хочу завести эту марионетку уже. Я вижу, ты заводишь, Диманчик. Все, да, готово. Фокси ожил, походу. Фокси ожил. Или нет? Блин, Димас, не пугай меня так раньше, а то это... Я буду раньше тебя пугать. Я еще не постарею раньше времени. Если так. Серьезно относиться, то, блин, страшно очень, надо ржать. Да, наполовину. Фокси! У-ху! Димас, сейчас будет весело. Блин, Димас, где тебя найти? Я кто бегаю! А кто за тобой? За мной никто не бежит. А, это Фокси, он почему-то резко решил побегать сегодня. А зачем? Вот Мангала жила! Это ты, дедить колотишь! Ты меня испугал, блин! Ты хоть говори рядом! Аккуратно там, Фокси, Дебас, быстрее, давай! Мангал ко мне лезет! Она не только лезет, она еще и ползет, представляешь? Так, короче, Димас, я побежал это, в сцене, ты за мной? Да. Давай. А! За тобой? За мной, за мной, за мной, за мной. Димас, где аккуратно. Проход задний? Задний проход. Да блин, Димон, что ты ржешь? Ну это очень страшно. Димас, а какой задний проход тебе нужен? Аккуратно, они сейчас оживут. Оживет, оживет. Оживет. А, я стою, прогружается. Я туалетный человечек. Слышишь, опять кто-то ходит. Димас, это ты друзей по... Нет! Я слышу миллион шагов. О-о-о. Беги, 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 Димончик! Я бегать не буду, Димас. Так, аккуратно.
Аккуратно, а тебя Чика спалила. Димас, а чё Фокси нет? Блин, у меня аж руки дрожат, идите колотить. Мне очень страшно, Димон. Что за говно? Что за песня такая стрёмная? Ах ты, блин! У меня вспотели, у меня уже мышка плавает. Димон, 2 часа ночи, как ты планируешь игру эту проходить? Я вот как раньше проходил, как-то так. Все, я буду от твоего лица смотреть. Так и буду проходить. Димас, это кекс, а это мангл. Я, короче, знаешь, что сделал? Заглупил. Я сбоку Бонни прошел, он меня увидел и убил. Да. Да я обосрался, их там со всех сторон, они лезут, бежат, стучат, это все слышно еще. Димас, я слышу кучу шагов. Я теперь понимаю, почему FNAF нравится всем. Очень странно, стрёмно и очково. Димас. Димон, прощай. Не, не прощай. Блин, чувак, ты чё? Димон! Да устрица уходячая. Димон, давай тогда, как ты в туалетах, помнишь, в вентиляции сидел? Давай так. Ой, конечно, конечно. А что, не получится? В туалетах. Они, знаешь, они больше меня ходят в туалет. А, это не та пиццерия, блин. Они обосранцы, блин. Тут нету никакого места на этой карте, прикольно. Смотри, они втроем вокруг твоего трупа скопились. Они меня бьют ногами. Гопники. Секта какая-то у них-то, ох ты, блин. Так, Димончик, у тебя получится, я верю в тебя. Это очень опасная серия, ребята. Вот если вы лайк поставите, то это сделайте не зря. Да, и подписаться на канал нужно обязательно. Они бегут. На улице дождь, как и у меня, в принципе. Они тебя сейчас окружат, мне кажется, вот здесь вот. Окружат? Зачем ты заводишь, вопрос? А, Димон! Блин, да как тебе повезло, да как? Да я везунчик. Он застрял там в стене. Так, там мангл по стенам ползает, она вообще человек-паук. Ребята, пишите в комментариях, затащим мы с первого раза или не затащим. Ты видел, Димас, как она прыгнула со стены. Я, она даже, мне кажется, на воздухе сальто сделала, не? Да, реально, сальтуху за такую залупила. Кстати, мы первый раз увидели, как она спрыгивает с потолка. Да, это очень странно. Это очень стрёмно выглядит на самом деле. Тут, Димон, что получается? Надо постоянно ходить бесконечно. Постоянно, просто везде гуляешь, просто не знаю, что. Все ожили, Димон, все ожили. Все. Полностью, вся пиццерия живая. Все хотят убить тебя. Да, жалко меня. Жалко, хороший был парень. Мучился, наверное. Хороший был человек, да. Только умрет все быстренько. Ну, а что поделаешь, это FNAF, ребята. Да зачем ты ее заводишь? Всралась она тебе. Да все, больше не буду. Нафиг она мне нужна. Ну, зачем ты ее заводишь? Вали все. Лучше отсюда. Блин, куда валить-то, а? Ну вот сюда. Куда идешь? Там никого? Блин, там есть кто-то. Плохо не могу по карте летать. Че ты, куда полетел бы? Я бы подсказывал, где они ходят, и все. Вот, блин, Димас. Димон, куда ты будешь идти? Домой. А-а-а! Спасите! Блин. Может, не выглядывать отсюда? Меня же никто не спасет здесь. Так, дружбаны. Уходим. Уходим, растворяемся. Димон, у тебя очень хорошо получается. 4 часа, осталось 2 часа так, всего. То есть 2 минуты. А если у меня фонарь закончится, это тоже. А тебе, Димон, у тебя еще 620 фонаря. А, ты да, меньше половины да. Израсходовал, да, я вижу, сколько у тебя фонариков. Ого, она прям над головой, да, тебе это шарудит? Да. Она по стенам лазит. Бежит к тебе кто-то. Фокси, походу, тебя нашел. В смысле, как у меня скучно? Нашел. Вот так вот, он видит всегда тебя. Блин, вот он чудачок. Он тебя по запаху, Димон, находит. Да я понял. Бежит. Так, у тебя, я тебе скажу, Димон, ты даже половину фонаря не израсходовал. Сейчас обосрусь здесь. Да где они бегут? Сзади. Теперь, я не знаю, буду молчать. Что это за прохождение стрёмное? Как проходить? Жесть, что делать тут? Димон, ты сможешь, я в тебя верю. Всего осталось чуть-чуть. А я верю в себя в зеркале. Так что я выживу, наверное, хоть чуть-чуть. Где они там все бегают? Синхронно, да, прям ходят как-то? Да. Димон, у тебя 519 фонарика, меньше половины. Ой, больше половины осталось. Ты красавчик. А прикинь, на 500 ровно становится. Представь, они зависнутся, и ты сможешь так пройти всю игру. Не, я обманул, этого не произойдет. Блин, Димас, ты бы сейчас меня видел.
Ну нафиг. Ты ну с вебка нафиг. Записываешь? С вебкой. Димон, конечно. Красавчик. О, блин. Тут так стрёмно мне еще. Так, так, так. Так, на счет три. Раз, два, три. Не хватает, знаешь чего, Димон, маски бы, да, одевать как-то, чтобы еще маскироваться. Да, чтобы чуть-чуть маскировочки включить, потому что тут очень странно, стрёмно. Так, да. Димон, ты молодец, 5 часов, ну, а, как ты это сделал? 5 часов, ну, как-то вот сделал, так получилось. Ну, еще, конечно, нет 5, сейчас только будет. Ну, сейчас, уже скоро. Знаешь, что прикол, так. Они всегда знают, где ты, ну, как так-то? А вот знаешь, кто знает, где я? Фредди только знает, где я нахожусь. И Манго. И еще кто-то. Прям бежит кто-то где-то. Да, кто-то ходит, гуляет. Неужели мы пройдем? Да, да. Нет, может и пройдем. Так, Димон, у тебя половина фонарика? Так что можешь светить смело, не бояться. Блин, Димас, меня... Я не знаю, прям стучат где-то, ну где, непонятно. Смотри, может, они зависли. А нет, там кто-то светил фонарем. Аллилуйя. Уходим. Все, растворяемся в шариках. Да. Какие красивые шарики. Бежит. Это на, жесть. Ослепли. Че? Представь, будет обидно, если ты в 5.59 умрешь. Это будет ржака. Да ну тебя, Димас, иди отсюда. А такое может быть. Блин, Димас, ты видел? Фонариком свети, не бойся, у тебя еще много. Спасите. Не бойся, Димон. Они все тарахтят за тобой, все, просто все. Пожилые аниматроники, блин. Стучит. Ах ты ж лобух. Ах ты читарюга. Как ты пройдешь, я не знаю, Димон. Это жопа, ребята. 5:40, 20 секунд осталось, Димончик. Тону тебя. Тону. Беги, спасайся, Димон. 15 минут. Блин, Димон, я прям кулаки держи, чтобы ты прошел. Блин, ты профи. Профи, Димончик затащит, я вижу. 10 секунд осталось. Ах, блин, 5 секунд. Блин, закружили. Димон, 1 секунда. Ну, минутка. Ребята, мы это сделали с первого раза. Ну ладно, мы, Димон сделал. И я, друзья, ну что уж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.